Стадион «Локомотив» принимает первый фестиваль по регби «Детский кубок Золотого кольца». В соревнованиях принимают участие 5 команд из разных городов: Владимира, Ярославля, Химок. Как мы, так и наш соседний регион Владимир, Ярославль, начинаем развивать, так скажем, регби, контактное регби детское. Проблема вся в том, что играть нам негде, поэтому у нас есть мужской такой турнир, как Кубок Золотого кольца. Это своего определенного рода у нас уже бренд в регби в Центральном федеральном округе. Поэтому мы решили создать такой детский турнир тоже под названием «Детский кубок Золотого кольца». Среди участников в основном начинающие спортсмены, которые занимаются регби не больше года. Ребята 2007-2008 годов рождения играют в контактное мини-регби. Ребята помладше в бесконтактный вариант игры. Мы хотим его сделать ежегодно, мы хотим его сделать, в планах сделать его межрегиональным и, конечно, в планах сделать его и международным. Ну, я надеюсь, что в следующем году мы увеличим количество участников, ну, а в этом году поиграем, посмотрим и потом поработаем над ошибками. Организаторы надеются, что детский кубок Золотого кольца со временем перерастет в большой серьезный турнир. Для победителей соревнований организаторы приготовили призы, а все остальные участники получат памятные сувениры. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.